Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Городенский, и я рад вам представить новую программу повышения квалификации Adobe Illustrator. Для кого же подойдет данная программа? Данная программа подходит для широкого круга слушателей. Для новичков в этой программе есть разбор всех функций, которые есть в Adobe Illustrator, с дальнейшим расширением знаний и углублением знаний, переходом к продвинутым техникам. То есть в начале этой программы вы разбираете самые базовые функции, изучаете, как можно сделать какие-то простейшие вещи, работаете с примитивами, кривыми Безье, разбираете, как работают слои, порядок объектов в этой программе. То есть знакомитесь с какими-то базовыми вещами, которые необходимо знать и понимать при работе с Illustrator, и в дальнейшем вы повышаете свой уровень квалификации и разбираете уже какие-то продвинутые инструменты, которые используются именно в актуальной графике, ну, векторной графике, и которые на самом деле востребованы сейчас, ну, можно сказать, на рынке, и которые мы видим с вами все время вокруг себя. Для продвинутых же пользователей, которые уже что-то знают в Illustrator, эта программа предлагает расширить их знания и углубить их, потому что здесь есть целая серия разбора таких инструментов, которые просто так в каких-то простеньких задачках не используются, но на самом деле эти функции, они очень интересны, и они позволяют увеличить ваши возможности работы с этой программой, с Illustrator, и которые очень полезно знать, чтобы называть себя действительно профессионалом работы с Adobe Illustrator. Это такие инструменты, как, например, подбор цвета, перекрашивание, например, это такие инструменты, как сетка, которая позволяет реалистичные объекты создавать, инструменты работы с 3D-графикой, инструменты работы с изометрией, создание изометрии, которое сейчас очень актуально, и я вам покажу целую серию инструментов, которые позволяют создавать изометрию. Далее мы рассматриваем интересные инструменты работы с кистью и, например, делаем имитацию акварели, что, в принципе, тоже довольно-таки интересная вещь, которая позволяет создавать, ну, рисовать такую живопись, в то же время эта живопись создается векторной графикой. Это необычное сочетание, интересное, и я расскажу, как это работает. Итак, дорогие друзья, я уверен, что вы уже заинтригованы, поэтому желаю вам успешного усвоения данной программы, успешного усвоения знаний. Я уверен, что она вам отлично поможет. Поэтому добро пожаловать в мир дизайна и добро пожаловать в мир Adobe Illustrator.